Опачки. Всем привет, с вами Слотус. Сегодня мы на охоте, посмотрим, что сейчас есть в детском мире. Конечно же, во всех группах выкладывают спецсерии, но в каких-то демах можно найти какой-нибудь кейс, типа C, либо G. Давайте посмотрим, есть ли здесь и в каком именно ДМ что-то есть интересное. Так, смотрим, что здесь такого. У них, конечно же, тут ничего новенького. Но за это, естественно, есть все спецсерии. Единственное, показано, что цена 500 рублей, хотя это не так. Цена должна быть 299. О, нет, смотрите, ребята, они подорожали. Офигеть. Офигеть. Кто успел взять по 299, красавчики. Я лично успел взять Теслу. Вот эту. Ребят, как вам такая цена? По мне жесть. Цены увеличились, поэтому те, кто успел, красавчики. Но те, кто не успел, к сожалению, ребят, поезд ушел. Поэтому ждем еще раз скидок, если они будут. И, естественно, в следующий раз обязательно надо будет взять, наверное, весь набор. Ну, потому что, ребят, по 500 рублей покупать мейн, это, считай, можно просто прийти на Авито и там закупить какой-то крутой мейн. Ну, пишите ваши комментарии, взяли бы вы мейн по 500 рублей. Я только если бы какой-нибудь очень эксклюзивный, типа DeLorean или чем-то подобное. И то, у меня порог 400 рублей с доставкой. Ребят, хочу чекнуть, посмотреть, что у них есть по премам. Вдруг что-то еще завалялось. Не, нету. Цены, конечно, жесть, уже 900 рублей. 900 рублей, Карл. Помню, 850 я считал уже много. Так, ну что, ребят, давайте я сейчас чекну премки, которые мне интересны. Если что-то найду, естественно, включусь. Если ничего не будет, то, скорее всего, идем в другой детский мир. Здравствуйте. У вас там Hot Wheels премиальные нигде не завалялись, там одна штучка хотят. Нет. Точно? Честно, я просто сам собираю, кто хочет. Все понятно. Эх, вот это грустно, слышишь, что работник в магазине собирает. Ну, я их уже давно собирал. Ну, понятно. На той неделе было 3 штуки, но их как-то они быстро выбрали. Ну, понятно. А какой это сет? Ну, бульвар или что? Ух, я, если честно, не помню. Они прямо здесь вот стояли на этом, на торце. Они у вас приезжают до сих пор, премки? Как они? Или просто нашлись на складе? Премки, они вот именно на складе были, сейчас просто их не бывает. Ну, понятно. Не, знаешь что, я почему захожу, потому что некоторые там, грубо говоря, находят то, что думали, что давно потеряли. Как бы уже просто не первый случай, поэтому я вот захожу, периодически узнаю. Вот. Видимо, надо чаще заходить. Также, ребят, взял с собой один мейн. Ну, потому что я его, типа, разыгрываю. Те, кто хочет поучаствовать в розыгрыше, переходите на новый канал. Hot Wheels Talk называется. И там, кто угадал, тот, типа, получил. Были в Афимоле, там мы ничего не нашли. А, к сожалению, узнали, что там продавец сам увлекается Hot Wheels, и он нам сказал, что нету премок. А также он сказал, что, типа, неделю назад было 3 премки, они их выложили в зал, ну и, соответственно, их уже забрали. Насчет продали их, не продали, это я уже, естественно, не знаю. Но, как бы, их там уже не было. Не очень радует то, что осознает, что продавец тоже увлекается, и тем самым, значит, самые ценные он забирает себе. Но, как есть, так есть. Так, давайте посмотрим, что у нас тут в небе. Кстати, ребят, смотрите, что-то у нас появилось. Что-то появилось. Поршик есть. Конечно, опачки. АЕшка, уже какой раз мне везет на эту АЕшку. Так, еще раз возьму, потому что у меня сейчас рубрика есть, где я дарю всякие модельки. В принципе, такая модель идеально пойдет для того, чтобы ее разыграть там. Здесь также есть этот сет. Цена, конечно, конская. Везде они стали опять стоить 500 рублей. Ладно, нас они особо не интересуют. Давайте посмотрим, что здесь есть по мейну. Угу. Ну, мейн, конечно, такой старенький. Но хотя бы что-то есть. Это уже радует на самом деле. Да, я, конечно, понимаю, что многие зажрались, им это неинтересно, но лучше это, чем ничего. Так, смотрим, что там еще валяется. Вот это мы положим в сторону. Ну, конечно, да, здесь... О, вот это ничего такой. Плимут прикольный. 21-го года. Ладно, давайте тоже отложим. Ничего такая модель.
Посмотрим, что здесь еще есть. Я думал, издалека это трехпак. Нет, это вот такой вот странный монстр-трек. Монстр-трак, извиняюсь. До сих пор не научился выговаривать. Так. Есть вот такой вот тупак с монстрами. Так, кстати, ничего не заныкали? Не, ничего не заныкали. Помните старое доброе время? Так. О, еще заныкали здесь. Повесим. Так, ладно, вот эти мы забираем. Радует, что хотя бы что-то да остается. Ребят, к нам пришла посылка с AliExpress, поэтому сейчас будет у нас внеплановая контрольная закупка. Посмотрим, что китайцы нам отправили. Надеюсь, состояние хорошее. Пиши в комментариях, хотел бы ты получить какую-нибудь модель из этой серии за 100 рублей. И также пойдемте заберем посылку от подписчиков. Прикол. Ребят, прежде чем мы перейдем к посылке с AliExpress, давайте посмотрим, что нам отправил подписчик. Также он еще у нас администратор. Дима Жуков, большое спасибо тебе за эту модель. Это у нас тостер красный. Также есть у меня вот такая вот модель. Это типа копия моей машины. Их также называют тостерами. Что, давайте откроем, посмотрим, что вообще из себя представляет данная моделька. Цвет, конечно, топ. У меня уже есть пара других моделей другого цвета, но то, что вот это именно красного, это прям имба. Открываем аккуратненько. Оп. Прикольный лайфхак для защиты картонки. Скажем так, я оценил. Ну что, тостер в хорошем состоянии. Добавляем его в коллекцию. Еще раз большое спасибо. Ну что, переходим к посылке с AliExpress. Так, ну что, ребят, контрольная закупочка. Сразу могу сказать, что упаковочка, конечно, так себе. Есть большая вероятность того, что данный товар там немножко помялся. Но давайте посмотрим точно, что там внутри. Может, там даже не Hot Wheels. Продавец молодец, не пожалел. Смотрите, какая упаковка. Я думал, там все намного проще. А нет, сделано прикольно. Так, вот в таком вот состоянии отправили нам премки. Ну, вроде как, выглядит, в принципе, надежно. Так, чуть попозже снимем бумагу. Прикольно, что вот это наклеили, но насколько мы теперь знаем, что такой скотч нужно клеить только зимой. Видимо, китайцы думали, то, что их посылка приедет вообще, когда будет снег у нас. Хотя где-то в России уже есть снег. Вот это, в принципе, хорошо. Достаточно ровные, ничего с ним не случилось. Так, ну и самые ценные, давайте посмотрим, как они вообще. Так, ну да, ребят, смотрите, Ниссанчик, Sky лучше всех себя чувствует, он вообще в идеале. Единственное, вот есть, конечно, китайская бирочка. И штрих-код, естественно, спрятан. Давайте рассмотрим модели поближе. Обратите внимание, у этой машины цвет не просто белый, а такой немножко жемчужный. Не могу точно сказать, передается это на камере либо нет, но в жизни смотрится намного интереснее, чем на фотках. Поэтому те, кто не видел эту модель, обязательно посмотрите ее в реальности, если будет такой шанс. Ну а те, кто может заказать, заказывайте. Я думаю, она вас точно обрадует. Прикольная моделька. Ну, цвет классный. Ну, конечно, модель, конечно, на любителя, потому что Mazda, Mazda не все, скажем так, ценят. Но краска прикольная. Вот эта модель, на самом деле, даже реально намного интереснее, чем на фотках. Прям смоется все так интересненько. Внутри что-то у нас лежит. Не очень понимаю, что это такое. Как будто какие-то рыболовные штуки. Кто знает, тот подскажите. Сложно разобрать, что это такое. Надо прям вглядываться и разбираться. Модель сделана достойно. Состояние картона, в принципе, хорошее. Ну, супер замятости нет. Ну, а рейтинги чуть-чуть попозже. Вот эта модель Nissan.
прикольно, но слава богу, что в этом сайте есть поинтереснее Ниссанчик. Такая, короче, старперская версия Ниссан. Так, вот эта модель у меня уже есть в коллекции. Я как-то на нее поменялся. Ну, такая, на любителя, на любителя. Может, кто-то не знал, но у нее типа в багажнике, на самом деле, в реальной жизни, ну, типа в формате один к одному, есть типа мопед. Это, на самом деле, прикольно. Ну, модель вот такая вот. Колесики, конечно, такие прям супер скромненькие. Но, в принципе, ей идут. Ну и с жемчужином данного сета. Это Nissan Silvia RS. Выглядит классно. Прям сделан супер интересно, так сказать, культово. Цвета очень подходят. Красный верх, черный низ, золотые колеса. Ну, конечно, цвет колес мог бы быть чуть-чуть поинтереснее, более такой бронзовый, что ли, но как есть, так есть. Потому что все-таки, видите, да, он такой не бронзовый, он просто такой желто-пластмассовый. Ну, ребят, это Hot Wheels. Сказать, хочу уже супер детализации, супер цветов. Сказать, размечтался. Давайте сделаем рейтинг данного продавца. Напоминаю, что это продавец из Китая, с AliExpress. Поэтому, если вы хотите заказать него, можете заказать смело. Доставляет в любую точку мира, как я понимаю. В РФ вы везде сможете получить данный товар. Так, состояние товара. На самом деле, здесь можно ставить 4 балла, потому что есть все-таки замятости такие. Даже 4 с минусом, но минус мы не ставим, поэтому 4 балла ставлю смело. Если бы не эти замятости маленькие, было бы 5 баллов. Но они есть, поэтому снижаем оценку. Но, к слову, эти замятости легко исправить, положить их под книжку, положить там модели друг на дружку, и тогда все исправится, со временем все будет в идеале. Упаковка 4 балла, объясню почему. В принципе, достаточно крутая упаковка, пупырка такая здоровая, классная, но не было особой жесткости. Товар был, скажем так, очень мягок, соответственно, большое давление на него, скорее всего, и повлияло к тому, что здесь появились замятости. Цена товара 5 баллов, достаточно низкая цена за весь сет, и также во всем сете достаточно много интересных моделей. Поэтому в целом смотрится недорого. Но если покупать по отдельности, выходит капец дорого именно вот за эту модель, за этот Nissan. За него хотят там чуть не почти 2000. Но это по мне очень дорого за одну модель. Но за весь сет прям цена хорошая. Цены вы можете увидеть по ссылочке в описании. Не говорю здесь цены, потому что они могут меняться. Все, ребят, с рейтингом закончили. И также у меня вот вопрос к вам. Планирую данный сет разыграть в группе, в лотерее. Можно сделать лотерейный билет за 100 рублей. И, соответственно, будет не очень много мест. Либо сделать капец много мест, но цена будет 20 рублей. Соответственно, что вам интересней, пишите в комментариях. И будем от этого отталкиваться. Но я склоняюсь к тому, что лучше сделать по 100 рублей, но, типа, не очень много мест, чтобы было больше шансов, скажем так, на победу. Хотя, с другой стороны, можно просто сделать по 20 рублей, куча лотерейных билетов, соответственно, просто покупать их сразу там не по 2-3 штуки, а, типа, по 10, а-ля. Ну, короче, пишите в комментариях, как лучше, и, скажем так, от общего мнения будем отталкиваться. Также напоминаю, что в Москве уже появился новый кейс, поэтому, ребят, кто еще не в теме, заходите в наш телеграм-канал, там актуальные новости по доставкам. Также можете найти ссылки на проверенных продавцов, ну и многое другое. Поэтому ссылочка в описании, переходи, подписывайся и будь в теме. Все, ребят, всем хорошей охоты, всем хороших закупок, всем пока-пока.